Участники спортивных состязаний ликвидировали последствия условного ДТП, эвакуировали людей из зданий, демонстрировали навыки поисково-спасательных работ в природной среде, взбирались по вертикали на скальные участки, сплавлялись по горной реке, работали под водой с водолазным снаряжением. В итоге победителем региональных соревнований по многоборью спасателей стала команда Южного поисково-спасательного отряда МЧС из Сочи. Второе место взяли спасатели-краснодарцы, замкнули тройку призеров спасателей из Адыгеи.